Добрый вечер, коллеги и партнеры. Начинаем наш сегодняшний вечерний вебинар, который посвящен партнерской программе. Вы знаете, наверное, не случайно я поставил этот клип. Ну, вспомнил о нем, да? И важный момент, наверное, в том, что те люди, которые занимаются бизнесом по партнерской программе компании Skyway Capital, действительно имеют то самое детское сердце, да? Потому что мы забываем себя, когда, ну, какими детьми мы были, мы забываем свои детские мечты зачастую, да? Вот. И, наверное, с открытым сердцем, с детским сердцем, когда от всей души вы несете информацию тем, кто вас окружает, соответственно, результаты вашей деятельности заметно лучше. Вспомните детей, которые вас окружают, детей, которые в возрасте, там, например, от года там, до пяти, когда они еще не научились врать, когда взрослые, скажем так, их не стали учить разбираться, где себя как вести, они остаются непосредственными, они остаются заинтересованными во всем, что происходит, да? Им интересно все. Вот. И если мы будем такими детьми, если мы будем двигаться в направлении того, чего мы хотим достичь, и помогать другим людям добиваться того же, вы знаете, бизнес по партнерской программе будет складываться намного успешнее, чем просто будем с кислой миной, да, и с пониманием того, что мне бы денег заработать, давайте кому-нибудь расскажем и прочее. Кстати, мы с вами занимаемся проектом, который развивает Анатолий Эдуардович Юницкий, и, наверное, вот то самое его детское сердце позволяло, да, долгие годы выдерживать те нагрузки, выдерживать, скажем так, негативную информацию, которая копилась вокруг него, да, потому что если вы читали книжку о нем и слушали внимательно то, что он рассказывает, он говорил, что идея внеракетного освоения космоса и, соответственно, потом еще и струнных технологий к нему пришла тогда, когда он еще был ребенком, когда он жил в Казахстане, когда он жил там далеко от Байконура и так далее, и так далее. Итак, друзья, партнерская программа, с одной стороны, это можно назвать хобби, потому что, скажем так, назвать это каким-то тяжелым трудом, ну, наверное, невозможно, да. Второе – это серьезный бизнес, то есть к этому можно относиться и так хорошо, опять же, получается у тех людей, которые к этому относятся как не к тяжелому труду, да, а к тому, что может приносить радость, к тому, что может приносить успех, к тому, что может приносить в итоге деньги, да, то есть, но опять же, не тяжело трудясь с утра и до вечера, да, то есть как бы так напрягая спину, приутруждая руки, ноги и так далее, и так далее. Задача, по большому счету, у любого человека, который принял решение, зарегистрировался в нашем проекте и, скажем так, горит душой, ему нравится идея развития технологий, ему нравится возможность самому зарабатывать денег, да, ему нравится нести эту полезную информацию окружающим. То есть, если будем двигаться в этом направлении, таким образом действовать, все будет двигаться и все будет развиваться намного интересней. Вот. Но вы знаете, что благодаря этой деятельности вы будете плодить вокруг себя людей, которые будут вам благодарны. Вот. Я прошу сейчас поставить в нашем чате плюсики тех, кто считает, что иногда просто спасибо искренне от человека, да, с улыбкой, может быть, со слезами даже иногда бывает, да, намного важнее, чем $10, $20, $500 заработанных и так далее. Вот. Потому что мы с вами занимаемся чем? Я не хочу сказать, что мы там какие-то проповедники либо что-то еще, да, но мы несем людям возможность. Несем людям возможность делать, казалось бы, простые шаги и при этом приближаться к тому, чего бы им в жизни хотелось иметь. А это очень важно. Вот. Душа каждого из вас, кто сейчас находится в комнате, тех людей, которые, скажем так, находятся на этой земле, она пришла на эту землю радоваться, да, а не выживать, не сводить концы с концами, скажем так, ходить туда, где вам не нравится быть, работать с теми, с кем вы не хотите работать и так далее, так далее, так далее. Кстати, бизнес по партнерской программе, у него есть один очень важный плюс. Вы здесь можете быть руководителем раз, хотя это непросто. Да, быть руководителем – это очень серьезная ответственность. Вот. И второе – вы здесь можете работать только с теми людьми, с которыми вам комфортно. То есть вы сами отбираете тех людей, с которыми вы можете, скажем так, сдвигать горы, да, радоваться, прыгать, я не знаю, там танцевать, когда вы добиваетесь успеха на ваших мероприятиях и так далее. То есть все это вам позволяет бизнес, который называется очень просто, да, партнерская программа компании Skyway Capital. И здесь основное отличие от огромного количества партнерских программ, хотя все они хороши, и я сейчас ни в одну из них не брошу камень, да, потому что существует огромное количество людей, которые прикипели душой и сердцем к MLM-бизнесу. У них есть свои компании, они очень рады тому, что, скажем так, потребляют услуги либо продукцию тех компаний. Вот. Данный бизнес действительно заряжен позитивной энергией, данный бизнес позволяет людям раскрыться. Вот. И наше отличие, знаете в чем, что практически все компании MLM-бизнеса, сетевого бизнеса, выводят на рынок той страны, в которой они живут, либо где они развивают бизнес, уже устоявшиеся товары и услуги. То есть люди сначала становятся потребителем чего бы то ни было, и потом им предоставляется возможность помочь компании развить рынок той страны, где они работают, в дальнейшем получать
доход по той партнерской программе, которая есть. И может быть, таких компаний единицы, когда вы достигнете высшего статуса в этой компании, проработаете довольно большой промежуток времени, создадите многомиллионный товарооборот, вам будет предложено либо купить по доступной цене, там, например, да, какое-то количество акций этого проекта, если эти акции есть. Потому что, вы знаете, не так много компаний, акции которых на международных биржевых площадках сегодня котируются. Ну вот есть компания Avon, я знаю, я видел, там на Bloomberg бежит строка, да, по-моему, Amway, и еще там буквально несколько компаний, которых можно пересчитать по пальцам, может быть, двух рук, да, которые имеют отношение к MLM-бизнесу, и, в принципе, их акции можно приобретать. Так вот, здесь же у нас все наоборот. Вы сначала инвестируете в проект, вы сначала становитесь не просто потребителем какой-то товара и услуги, потому что наш товар и услуга будет выходить на рынок немножко позже. Это наша технология, которая, кстати, вчера начались, вы знаете, работы по окончательной приемке, да, то есть наши технологии и сертификационные работы. Это Unibus 14-местный и 2-местный Unibike. Кстати, вчера еще одно очень важное мероприятие, раз уж немножко в сторону отошел, состоялось, да, это участие руководства нашей компании в делегации из Белоруссии, которая приехала в Индию, состоялся там переговоры и руководство страны, да, с индийским руководством. И, соответственно, вы видели, наверное, новость, где Виктор Бабурин делал доклад касаемо развития нашей технологии именно в индийском регионе. Это очень важно, потому что все-таки не просто так какая-то государственная поддержка нам не мешают, да, там чего-то делать. Включили в состав делегации. Это уже не первый раз, кстати. В Танзании Виктор тоже ездил как представитель, скажем так, делегации из Беларуси. Итак, то есть вы становитесь совладельцем технологии, вы становитесь совладельцем компании до того, когда она выводит свой продукт на международный рынок. То есть представьте, вам предлагают, например, в 1950 году Рич Девос, да, и Джон Ван Эндел, которые создали компанию Way, и сказали, вот давай, ты становишься таким же, как мы, соучредителем, наша продукция будет выпускаться, реализовываться по всему миру, ты будешь получать, скажем так, прибыль с каждой проданной баночки МВ. Неважно, что это, там порошок для стирки, которого нужно немного, там зубная паста, либо что-нибудь еще. Вот. Вот такая ситуация происходит сегодня с каждым человеком, который регистрируется в нашем проекте и в дальнейшем становится владельцем пакетов «Далее компании». Но помимо всего прочего, да, помимо того, что совладелец компании, вы еще имеете возможность получать те проценты, которые у нас имеются в партнерской программе компании Skyway Capital. Причем вот то, что на сегодняшний день мы имеем, в принципе, наверное, будет существовать именно в том виде, в котором есть сегодня, да, но у нас осталось ровно неделя. 19 числа мы переходим на 10 этап развития, соответственно, некоторые положения, касаемо, например, акционного счета, который есть в компании Skyway Capital, они, вероятно, будут изменены. Я не берусь утверждать сейчас на 100%, но уже была информация, которая расходилась, скажем так, по лидерам регионов, насколько я знаю, то, что, возможно, уберут акционный счет. Соответственно, те из вас, у кого он есть, и на нем есть денежные средства, лучшее, что вы можете сделать в ближайшую неделю, это эти средства аккумулировать в акции. Если вам немножко не хватает до какого-либо пакета денег на акционном счете, добавьте чуть-чуть с бонусного, либо с основного, и купите себе пакет «Далее компании». Вот. То есть, если эти деньги останутся, значит, они у вас заморозятся, и вы с ними ничего не сможете сделать. Итак, друзья, если среди вас те, которые не слышали вообще информации по маркетинг-плану, напишите только честно, я вас прошу, не для того, чтобы порадовать, там, потешить мою душу, то, что есть новички, а реально те, кто не знает о маркетинге вообще. Вот. Если такие люди есть, вот, то ну, поставьте цифру 2. Да? Двойка не потому, что вы двоечники, а просто, скажем так, хотя бы сделать какое-то отличие перед предыдущими презентациями, где мы все время играемся цифры 1 и 5. Есть Ольга, да? Есть Марина из Молдовы. Хорошо, коллеги, я думаю, остальные не против, если мы сейчас пройдемся по основным положениям партнерской программы, да, и в конце я еще озвучу новости, наверное, в первую очередь для лидеров регионов, а я знаю, у нас таковые сегодня есть в комнате, да, вот с некоторыми из них я знаком лично и, в принципе, очень рад этому. Итак, друзья, у нас партнерская программа, ее, наверное, основное преимущество, основное достоинство, да, то есть возможность создания бизнеса вместе с компанией Skyway Capital, это ее простота. У нас есть 6 квалификационных уровней, 6 ступенек карьеры, да, как угодно назовите, да, 6 квалификаций. Вот. Важный момент, что с первого дня, когда вы начинаете сотрудничать с нашей компанией, если вы приняли решение зарабатывать здесь деньги, у вас односторонний рост. Вы никогда не можете, скажем так, с более высокой ступеньки карьеры вернуться на предыдущую. Это очень важно. И плюс ко всему, все, что делаете вы, и у нас идет привязка к первому поколению партнеров в вашей структуре, то есть товарооборот первого поколения ваш, все вам накапливается, никогда не обнуляется, никогда не исчезает. То есть вы, в принципе, можете по маркетинг-плану, по этим 6 ступенькам, я не знаю, там, идти, как мы говорим, бежать. Вы можете ползти, то есть вы сами выбираете свой темп.
Вы можете ехать на эскалаторе, да, если вы активный человек, если с вами сразу начинает работать активная команда, вы быстро можете въехать на шестую ступеньку, которая называется топ-эксперт, вот таким вот образом. Итак, друзья, для того, чтобы стать партнером, в принципе, вам даже не нужно покупать никакого пакета «Далее компании». Ну, таковы у нас условия, это, в принципе, вход для тех, у кого, как мы говорим, денег нет совсем. Сразу хочу сказать, что не пытайтесь этим, скажем так, чрезмерно использовать данную возможность и рассказывать людям, что вот ты приди, даже ничего не покупай, просто зарегистрируйся, и мы с тобой тебе наколошматим большую структуру. Как правило, в партнерских программах, да, люди повторяют то, что делаете вы. Соответственно, если вы решили схитрить, у вас есть деньги, но вы решили посмотреть, как, скажем так, на вашу информацию прореагируют те, кто вас окружает, поверьте мне, я не знаю, на тонком, там, нематериальном уровне, на уровне эфирного тела, как угодно назовите, эти люди почувствуют и сделают так же, как сделали вы. Зарегистрируются, а чтобы стать партнером, достаточно подписать партнерское соглашение, да, то есть партнерский договор. Подписывается партнерский договор, и вы партнер. С этого момента вам компания будет начислять денежные средства на бонусный счет в процентном соотношении, которое вы сейчас видите, с четырех уровней глубины. Если люди, зарегистрированные за вами по вашей реферальной ссылке, либо за ними, что-либо для себя приобретают, какой-либо из пакетов «Далее», будь то $15, будь то $150 000. Вот таким вот образом. 4 уровня, 15, 4, 2 и 1. Вот в этом, скажем так, процентном исчислении от товарооборота, который создается на каждой глубине, компания вам начисляет деньги на бонусный счет. Но вывести их сможете вы только тогда, когда верифицируете аккаунт раз, приобретете хотя бы минимальный пакет «Далее компании», можно это сделать с бонусного счета, если там что-то накопится, 2. Вот. И минимальная сумма, которая должна быть на бонусном счете, это $30 США. Тогда вы сможете вывести на те платежные системы, которые у нас есть. Первая квалификация, точнее вторая квалификация, но первая, скажем так, назовем ее сетевой, серьезная, да, это консультант. Когда вы сами приобрели пакеты в «Далее компании» на сумму $100, будь то разовым платежом, там за 130 у нас есть пакет, да, будь то просуммируются все те пакеты «Далее компании», которые вы приобрели. 15, 30, 60, да, возможно, такой вариант. $105 есть, соответственно, у вас потенциал уже есть для того, чтобы стать консультантом. Для этого нужно еще двоих людей в первом поколении найти, которые купят на $100. И третье условие – суммарный товарооборот вашей личной закупки и людей в первом поколении должен быть не меньше 300. Классика – ваши 100 и 2 по 100 – это 300. Как только это происходит, у вас происходит увеличение выплат на втором, четвертом уровне, да, то есть по 1% добавляется, и открывается еще пятый уровень глубины – 1%. То есть за то, что вы сами купили на 100 и двоим людям объяснили, что это нужно сделать. Да, и вы им поможете в дальнейшем развивать бизнес, либо, скажем так, дальше разбираться в информации, приобретать все пакеты «Далее компании». Третья квалификация, немного более интересна, называется «Лидер». Когда вы сами купили на 200 в первом поколении не меньше трех людей, которые сделали то же самое, и суммарный товарооборот первого поколения достиг не менее $2000 США, вы становитесь лидером. И вот на 9-м этапе еще будут действовать те условия, которые я сейчас скажу. Это в процентном соотношении 15, 7, 5, 3, 2 и 1, 6 уровней глубины, то, что вы видите на правом рисуночке, да, точнее, вот здесь справа в столбце. И у лидера сейчас уже есть начисление на акционный счет. То есть те деньги, которые вам компания начисляет в соответствии с процентной раскладкой на бонусный счет, 15% от этой суммы вам как лидеру начисляют на акционный. Соответственно, эти деньги можно еще успеть за неделю накопить и купить себе какой-либо из пакетов «Далее компании». По сути дела, это подарочные деньги. Четвертая квалификация. Для того, чтобы стать мастером, необходимо самому купить на $1000 уже, да, либо с бонусного счета вы покупаете, либо с платежных систем, либо заводите деньги в личный кабинет, с основного счета делаете покупки. И важно уже трех человек в вашем первом поколении помочь им достичь квалификации лидер. То есть это не просто купить пакет на какую-то сумму, а это уже человек, который имеет элементы структуры. То есть минимум три человека, которые выполнили условия, о которых мы с вами говорили минуту назад, о квалификации лидер. Когда вы помогли трем людям развиться до этой ситуации, да, до квалификации лидер, есть суммарный товарооборот первого поколения ваш $5000, вы становитесь мастером. И в этом случае у вас добавляется еще 7, 8 и 9 уровень глубины, с которых вы получаете по 0,5% с товарооборота. И на 4 и 5 уровне у вас добавляется еще по 1% с товарооборота той структуры, которую вы построили. То есть если на лидере 4 уровень 3%, 5 2%, то на мастере это 4 и 3%. Вот здесь изменения, которые происходят в процентах на квалификации мастер. Ну и плюс у вас добавляется еще 3 уровня глубины. На акционный счет в этом случае идет 30% от денег, которые начисляются на бонусный счет.
То есть в два раза больше, чем лидер. Четвертая квалификация – эксперт. Чтобы стать экспертом, необходимо воспитать трех мастеров. Два из них обязательно должны быть в первом поколении, третий в любой глубине от вас. Суммарный товарооборот первого поколения вашей личной закупки должен быть не меньше 10 тысяч, при условии, что вы лично купили не меньше, чем на 5 тысяч. Да? И когда это условие выполняется, вы становитесь экспертом, у вас на 1% увеличивается вознаграждение с первого поколения, вы видите, уже не 15, а 16%, и сразу добавляется 11 уровней глубины, с которых у вас начисляется 0,3% от товарооборота большой вашей структуры, которая может работать уже в этом случае наверняка ни в одном городе, даже ни в одной стране. У нас большое количество партнеров, квалификации эксперта, у которых международный бизнес. На акционный счет в этом случае начисляется 40% от тех денег, которые идут на бонусные. Высшая ступенька карьеры по нашему маркетинг-плану называется топ-эксперт. Для этого нужно воспитать не меньше трех экспертов в своей структуре. Два из них в первом поколении, третий может быть в любой глубине. Главное, что он не входит в две ветки первых двух экспертов. Да? В этом случае ваш личный товарооборот должен быть не меньше 10 тысяч долларов, суммарный 30 тысяч долларов – это ваша личная закупка первого поколения. Выполняются условия, вы становитесь топ-экспертом, у вас на 1% увеличивается вознаграждение с первого поколения, становится 17, в отличие от эксперта, да, вот здесь. И у вас добавляется еще 4 уровня глубины, с 21 по 24 уровень, в отличие от эксперта, 0,1%, которое вам будет начисляться с глубины вашей структуры. И важный момент. Топ-эксперт получает половину ровно суммы, которая начисляется на бонусный счет, которые идут на акционы, и топ-эксперт получает еще один вид вознаграждения, так называемый топ-бонус. Это 1%, есть фонд так называемый, да, от всего товарооборота компании, который она создает за месяц. Вот, допустим, наработала компания за месяц там, 7 миллионов долларов. Соответственно, 1% этой суммы разбивается между теми людьми, которые стали топ-экспертами, и между теми людьми, которые выполняют мотивационную программу по развитию регионов. У нас есть региональные кураторы, региональные лидеры, которые получают также вознаграждение, называемое топ-бонусом, да, если они выполняют условия, которые у них есть в той программе. Ну, лидеры знают, да, за что они могут получать деньги, поэтому я сейчас на этом... Это не тема моей сегодняшней презентации. Все, что я говорил, отражено в данной таблице. То есть это 6 квалификаций от партнера до топ-эксперта. Это глубина, до которой вы достаете на каждой квалификации. Вы видите, да, сначала это 4 уровня, потом 5, 6, 9, 20 и 24. И это товарооборот, который вы должны создавать, начиная с консультанта обязательный, да, личный и суммарный в первом поколении. Есть вознаграждение, которое является полной, скажем так, частью маркетинг-плана, которое дополнительно позволяет вам увеличивать денежный поток с первого поколения. Для тех людей, кто активно расширяет бизнес в первом поколении, продолжает приглашать новых людей. Если в вашем первом поколении есть большое количество людей, приобретающих рассрочки и потом их выплачивающих, да, соответственно, данный бонус вам может дополнительно принести еще 3% к тем 15, 16 либо 17, в зависимости от квалификации, в которой вы находитесь. До мастера включительно это 15, вы помните, эксперт 16 и топ-эксперт 17. Соответственно, данный бонус учитывается с первой минуты нового календарного месяца по последний. Да? Допустим, с первого числа в вашем первом поколении там, до третьего числа было куплено 4 пакета. За каждый из них вы получили 15%. Вот я синий, который нарисован, да, до мастера включительно. Как только покупается пятый пакет, за него сразу начисляется 16%. За первые 4 доначисляется 1% сверху. За весь товарооборот на 4 пакетах 1% сверху. То есть получается, что за каждый из пакетов, который приобретен в вашем первом поколении, за все заплатили 16. Дальше 7, 8, 9, 16, 10 уже 17%, и за предыдущие 9 1% сверху. Далее 11, 12, 13, там 19, 17%, но как только покупается 20, за него начисляется 18%, и потом вы получаете отдельные транзакции, 1% за все предыдущие 19 пакетов долей компании. 21 пакет – это 18%, 22, 25, 30 – за каждый пакет и в дальнейшем будете получать 18%. То есть у этого вознаграждения есть тоже свои условия. Первое – то, что учитывается, скажем так, только календарный месяц. Один человек у вас для получения вами данного вознаграждения может приобрести несколько пакетов, то есть он может купить 1, 5, 20, 25 числа, 4 пакета, все они будут у вас учтены. Либо в течение одного дня он может купить несколько, и тоже все это будет учитываться.
Покупать пакеты могут как новые люди, так и те, которые зарегистрированы у вас давно. Вот. Ну и вознаграждение на бонусный инвестиционный счет осуществляется при той же раскладке в зависимости от вашей квалификации. Вот пока на 9-м этапе это происходит именно так. Ну и преимущество, да, мы с вами говорили, накопительный с самого первого дня, взаимодействие с нашей компанией, подписание партнерского соглашения. Квалификационный – это первый уровень, учитывается ваш личный товарооборот и товарооборот партнеров, которые зарегистрировались непосредственно за вами. Кто-то относит это к плюсу, кто-то к минусу. Я считаю, это дополнительная ответственность на тех, кто приглашает партнеров, помогает им развиваться. Да? То есть помогайте людям, которых вы пригласили в первое поколение, делать шаги, добиваться успеха, и вы будете расти. Если в вашем первом поколении будет хоть 1000 человек, которые по 15 долларов купят, а движение будет во втором, в третьем, в пятом поколении, вы не будете расти в квалификации. Соответственно, на вас лежит ответственность, что вы за человек, как вы помогаете партнерам, ради чего вы все это делаете. Вот. И как вы, общаясь с людьми, помогаете им, скажем так, наметить какие-то шаги для того, чтобы их жизнь стала лучше. У нас невозможно потерять структуру, вас никто не может обогнать, и у вас здесь ничего не теряется. В огромном количестве партнерских программ мира MLM существует ситуация, когда вас кто-то догнал и, не дай бог, обогнал по квалификации, по уровню квалификации, вы можете навсегда потерять эту структуру, вы значительно меньше начинаете получать, либо не получаете ничего с того крыла, да? Либо вам нужно выполнить довольно серьезные условия дополнительно для того, чтобы хотя бы чуть-чуть получать с того сегмента вашей структуры, которую вы помогли развиться, которую вы воспитали, может быть, скажем так, пестовали не один год, носили почти на руках, помогли развиться, и вдруг раз у вас за это отбирают деньги. Справедливо ли это? Вот если вы считаете, что несправедливо, поставьте просто минус, да? Для того, чтобы строить крупный серьезный бизнес, достаточно сделать инвестицию размером 15 долларов, это совсем немного. Вас никто не будет заставлять в последующем подтверждать свою квалификацию, делать такой же товарооборот, который вы сделали в предыдущем, да, либо больше. И не дай бог вы сделаете меньше, то вы квалификацию потеряете. У нас всего этого нет. Это большой плюс нашего маркетинга. Далее. До 20% в итоге вы можете получать, если вы на квалификации топ-эксперт, с товарооборота первого поколения. И вплоть до 24 уровня глубины вы получаете те проценты, о которых мы с вами говорили. От 0,1 до 7%. Очень хороший маркетинг. Да? Как я сказал, вы можете по нему двигаться так, как выбираете сами. Ползти, идти задом, да, забегать, скажем так, передом либо задом по этой лестнице, ехать на эскалаторе и так далее, так далее, так далее. Вас никто не может ограничить по количеству людей, которых вы можете пригласить за собой в первое поколение. Есть элемент разумности. Я думаю, многие из вас уже не раз от меня слышали эту фразу. То есть одновременно развить, скажем так, больше 5 человек, активных людей, я делаю слово, акцент на слове «активный», это тот, который пришел, говорит, да, я с тобой делаю, давай, помоги мне проводить встречи, дай мне информацию, помоги мне донести там информацию моим друзьям, сделай для меня презентацию там-то, там-то, там-то и там-то. Да? Если у вас будет больше 5, то вы забудете всех своих родных и близких, вы забудете детей, родителей и так далее, у вас не будет времени. Вам придется трудиться 25-28 часов в неделю. Соответственно, силы уйдут, норов потеряется, настроение испортится, здоровье тоже может уйти. Поэтому взвешивайте, да, все, делайте наиболее гармоничным свою жизнь. Уделяйте обязательно внимание своим родным, близким, детям, семьям, женам, мужьям, если они вдруг, скажем так, не совсем с вами в одной упряжке в этом бизнесе, да, но позвольте им быть такими, как они, какие они есть, и думать о вас, ну, в хорошем ключе, но как бы так к бизнесу могут относиться с опаской. Ничего такого в этом нет. Главное не настроить их враждебно. А если вы будете пропадать сутками, неделями, да, и не будете их видеть и даже не отвечать на их звонки, когда они вам звонят, ну, у вас будут проблемы. Бонусное вознаграждение у нас начисляется в денежном эквиваленте на бонусный акционный счет. Пока. Возможно, я говорю, что с 10 этапа все это может пропасть. Да, у нас будет только бонусный счет. Вот. И маркетинг-план нашей компании относится к маркетинг-планам мгновенных выплат. По сути, как только люди проплачивают, да, вам фактически сразу начисляется вознаграждение по структуре. И квалификацию, если вы выполнили ее сегодня, сегодня же вы получите выше, более высокую ступеньку квалификации, чем это было, скажем так, до того момента. В большинстве компаний необходимо, скажем так, ждать окончания недели либо месяца, да, а в некоторых компаниях, чтобы расти по карьере успешно, необходимо, скажем, какое-то количество месяцев подтверждать такой же уровень товарооборота, который у вас был, чтобы начать расти. И не дай бог вы там сделаете потом меньше, вы просто слетите в квалификации и потеряете в процентах. Вот такие дела, коллеги. Что касаемо вопроса, который я сейчас увидел первым, да, это не последняя неделя, когда можно купить акции в рассрочку. Пакеты в рассрочку у нас останутся. Только сразу хочу сказать, если вы купите рассрочку сейчас, то именно рассрочку, а к рассрочке у нас не относятся, например, пакеты на транс. Да? Соответственно, на пакете и на трансе тот дисконт, который есть, он привязан к 9-му этапу.
С 10-го, если пакет останется, делаю акцент, если останется, я не знаю еще точно, да, то дисконт там будет меньше. Если вы купите рассрочку сейчас, соответственно, все время этой рассрочки вы будете выплачивать ту сумму, которую нужно выплачивать, и за вами будет закреплен дисконт 9-го этапа. Если вы ее купите после того, как мы перейдем на 10-й этап, там будет дисконт того этапа, который будет у нас через короткий промежуток времени. Дальше, очень большой какой-то отзыв кто-то написал. Ага, с акционного счета выбирайте пакет акций только из списка пакетов. Да, все правильно. Это только из стандартных. Вот, Светлана, спасибо за то, что вы меня, скажем так, поддержали. С акционного счета можно купить только те пакеты, которые находятся в таблице внутри нашего личного кабинета. Добавляйте недостающие деньги из бонусного либо с основного счета. Там галочку поставили, доплатили и оформили все эти деньги, которые есть у вас на акционном счете. Насчет акций уберут везде. Ну, высока очень вероятность, да, правильно, Николай, что акционного счета не будет не только у нас, но и ни в одной другой компании, которая работает с нашими долями компании. Так, с бонусного акции основного можно добавить в акционный. Не надо добавлять, они просто, скажем так, вы когда оформляете платеж, вы просто пишете, сколько с акционного ушло, сумму вписывайте в бонусную, если у вас там есть, да, и просто оно просуммируется, и вы это оплатите. Не надо ничего переводить, у нас ничего не переводится уже давно. Это когда-то в РСВ было там, прошу перевести мои деньги с такого-то счета на такой-то, чтобы приобрести. Так. Ну, для Николая из Алматы мы уже ответили практически, что уберут. Друзья, какие есть вопросы ко мне по информации, которую я вам дал? Пока вы думаете, да, я, наверное, донесу информацию, которую, скажем так, которую носил в себе больше года, но, может быть, не лез не в свое дело, как я считал, и так далее, и так далее. Когда-то занимался вопросами заключения договоров с региональными лидерами, с кем-то даже выстроились хорошие взаимоотношения. Вот. И идея была еще тогда, да, чтобы люди, которые проводят мероприятия в своих регионах, а у нас, если вы заглянете в разделе события, там десятки стран фактически, да, и еще по нескольких городов в этих странах. Вот. У меня была идея тогда, чтобы те, кто проводит мероприятие, сразу же по окончании его создавали маленький короткий пресс-релиз, что у нас прошло такое-то мероприятие, говорили о том-то мероприятие прошло вот так вот классно, там и было весело и так далее. И если даже, скажем так, удалось бы взять короткое интервью, там буквально вопрос-ответ, у новичка какого-нибудь, да, либо у лидера, который поднялся на новую ступеньку, вот эту информацию передавать нам сюда, мы ее обрабатываем, и, соответственно, у нас есть раздел событий, раздел новостей в компании, да. И вот для того, чтобы уйти уже от той, скажем так, устоявшейся ситуации, что новостей у нас в капитале чуть-чуть больше, чем в РСВ, а основные новости по технологии мы все-таки берем оттуда и дублируем их у нас на сайте, да, вот мы можем это дело значительно разбавить информацией о мероприятиях, которые у нас проводятся в разных регионах. Во-первых, это даст толчок, я уверен, да, для людей, которые проживают в других местах, увидят, что бизнес развивается. Мало того, данные эти пресс-релизы нужно будет подкреплять несколькими фотографиями, а если вы еще способны, я никого не хочу обидеть, создать короткий быстрый промо-ролик, да, там снимали, например, на камеру одно, второе, третье, быстро его сконвертировали, отправили нам, наши видеомонтажеры обработают это все быстро, да, и мы можем выкладывать это все, скажем так, в разделе новостей, мы можем это выкладывать, потом это, конечно, будет добавляться в раздел видео-новостей, где будет озвучено, да, а может быть, даже подумаем, потому что прямо сейчас идеи приходят, что по этим новостям мы вообще будем выпускать какие-нибудь отдельные видеообзоры, да, где там ведущий скажет, что друзья, вот у нас прошло, там, закончилась такая-то неделя, бизнес развивается, там-то, прошли какие-то мероприятия, было интересно там, короткий ролик, да, либо да, даже интервью, например, вы на видео записали, новичка, который сказал, блин, вот мне 3 года назад говорили, что это классно, и вот какой же я был дятел, да, то, что я тогда не решил инвестировать денежные средства, вот сейчас я вижу, что все это развивается. Там проект уже в Индии, там уже белорусская делегация с собой берет представителей SkyWay куда-то там на какие-то переговоры и так далее, и так далее. Вот. И вот такие интервью у нас могут появиться в разделе новостей. Вот те из вас, кто является лидером или даже не является лидером региона, просто ну, дайте оценку тому. Если считаете, что это хорошо, 5, если считаете, что это отстой, можете поставить 1. Ну, об этом тоже подумаем. Прямо здесь, в чате сейчас. Вот хотелось бы получить обратную связь. Вот. Ну, спасибо. Спасибо, Светлана, спасибо, Виталий. Вот. Вы знаете, Николай, а зачем нам нужна реклама на центральном телевидении? Вот скажите мне, вот, информация, которую мы даем, да, допустим, любое центральное телевидение, будь то у вас в Алматы, либо в Астане, либо у нас в Москве, либо в Минске, либо, например, в Кишиневе, стоит ужасно дорого. Да? Вот, вы бы хотели, чтобы мы ваши деньги тратили на рекламу? Там сотни тысяч и миллионы долларов на то, чтобы про нас какой-то центральный канал
уделил там 10 секунд внимания и сказал, инвестируй в Skyway и больше ничего. Зачем? У нас есть вы, который способен говорить, да, у которого, возможно, есть хорошее, скажем так, желание внутри созревшее, которое будет давать информацию своему окружению. Да? И вы знаете, что сарафанное радио, да, давно еще, с первобытных, скажем так, времен, лучше всего пользовалось спросом среди тех, кто поднялся с четырех костей и начал ходить на двух. Вот. Именно поэтому мы используем систему краудинвестинга, где люди, которые заинтересовались идеей, где люди, которые пришли, начали что-то делать, стали зарабатывать деньги, да, начали давать информацию всеми, кто их окружает. А дело тех, кто их окружает, думать, надо им это, не надо им это, да, поверить или не поверить. Сидеть там, сомневаться, скажем так, и какую-нибудь жабой в углу жалеть те деньги, которые у него зашиты в подушку. Вот, грызть потом свои локти, укусить себя за коленку снаружи пытаться там и так далее, и так далее. Точнее, изнутри. Вот и все. Поэтому мы не рекламируемся на телевидении, не нужно это совсем. Вот те люди, которые уделяют огромное количество рекламе по телевизору, поставьте сейчас десятку здесь. Вот, те, кто любит эту рекламу и ждут, когда же по телевизору будет реклама. Те, кто не любит, просто поставьте цифру 1. Ну видите, Николай, а меня вы спрашиваете о том, что почему мы не рекламируемся по телевизору, а сами ставите единицу, что вы рекламу не любите. Так нафига нам это делать? Простите меня за не очень, скажем так, парламентское выражение. Ну, тем более есть люди, которые ТВ не смотрят. Вот. Те, кто интересуется чем-либо в интернете, правда? Итак, коллеги, у меня вот вся информация, которую я хотел дать. Да, дальше у нас, я вам говорил, что будет проходить мероприятие в Москве. Оно будет, по-моему, все-таки закрытое, да, для, наверное, руководства там, каких-нибудь транспортных корпораций, регионов и так далее, и так далее. Я постараюсь, наверное, сделать следующее. То есть у меня, скажем так, среда вебинаров нет, это будет 27 число, а 28 у меня презентация там, да, в 18 часов. Я, наверное, установлю себе либо перископ, либо выйду в четверг в комнату Мирополис, мы еще подумаем, как это сделать, возможно, доступ не откроют с утра. Я, например, каждые 2 часа с выставки с этой смогу выходить на связь, ну и кратко делиться информацией о том, кто был, чего там произошло, там и так далее, и так далее, и так далее. Если вам интересно, мы можем таким образом с вами пообщаться 28 числа. Рядом со мной, точнее, я буду рядом с Кириллом Бадулиным, который возглавляет управление там, или, не знаю, отдел адресных проектов, да, компании, которая находится непосредственно в городе Минске. Вот. Ну и мы вас вместе с ним, может быть, чем-то порадуем с данного форума. А вообще, на этой неделе еще презентация будет в четверг. Поэтому с удовольствием поделюсь с вами информацией свежей, которая появится, с удовольствием для новичков, которых вы можете пригласить в четверг на мероприятие, поделюсь вообще краткой информацией об истории развития проекта, технологии и о том, что еще у нас есть, какие инвестиционные возможности на этот момент. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, что потратили порядка 40 минут своего времени. Вот сегодня вторник, и я думаю, что сегодня будет продолжение, да, марлезонского балета, банкета. Господин Мирошниченко, по всей видимости, в 19 часов должен выйти на свою площадку и поделиться информацией о способах и методах построения бизнеса. Вот таким вот образом. Всем здоровья, любви, денег. Останавливаю запись. Данный вебинар будет выложен, я думаю, завтра-послезавтра на наши интернет-ресурсы. В принципе, если есть желание, можете ссылкой делиться данного вебинара с теми, кто вас окружает. Все, коллеги, до новых встреч на волнах радио Skyway Capital. Спасибо за внимание, до свидания.